Добрый день. Находимся мы в КСУ Погросолы Сморгонского района Гродненской области. Это северная часть Гродненской области. Находимся мы на поле гибрида кукурузы ДКС 3730. Данное поле у нас площадью 40 гектар. Данный гибрид здесь возделывается первый год. Ну, что хочется отметить, что не понаслышке слышал, видел этот гибрид на семинарах многих, что гибрид очень хороший, потенциальный урожай гибрида, что на сило, что на зерно. Решили посеять, мы попробовать данный гибрид. По минеральному питанию здесь с осени было органика в количестве 60 тонн на гектар. И с осени вносили подзябь по 50 в действующем фосфора. Все, так, весной в основное внесли под культивацию калия 200 в действующем и 30 под врядки фосфора. И карбамида 90-80 в зависимости от поля. На данном поле вносилось 90 килограмм азота в действующем веществе. Дальше подкормка была азотом тоже, 90 в действующем. То есть в общей сумме азота на данном поле лежит 180 килограмм в действующем веществе. Данное поле первоначально предназначалось для возделывания на силос. Но когда мы увидели хорошо развитые початки и хорошо сформированное зерно, то мы решили данное поле оставить на зерно. Что хочется еще отметить по данному гибриду, то что весной данное поле посеяно 5 мая, что может немножко даже поздно для данного гибрида, можно немножко начинать раньше, где-то в конце апреля, 28-27, ну, как только можно выйти в поле, то есть можно сеять данный гибрид. Чем раньше, тем лучше. Также, ну, что хочется отметить, что весной, когда посели гибрид, очень медленно начал развиваться. Было когда страшновато, что не сформируется початок, ну, то есть не будет ничего, то есть хорошего с данного поля. Ну, а потом прошло время, и мы увидели, что очень хорошо начало расти, сформировался хороший початок. И вот как сейчас мы видим на данном поле, где-то здесь кукуруза достигает высоты 3 метров. Еще хочется отметить по этому гибриду, что сеяли мы с нормой 85 тысяч, хотя можно заметить по отдельному растению, вот, которое отдельно стоящее, что в данном початке находится до 20 рядков. Загущенные посевы данного гибрида, как бы, ну, можно уменьшить норму высева до 80 тысяч смело. На данном поле было из гербицидов применен аденго в дозировке 0,35 с добавлением балерины 0,2. Ну, и на данный момент поле очень чистое, хорошо, ну, как бы не повлияло на развитие кукурузы, не угнетало ничего. Прополка происходила до всходов, поэтому, ну, результат хороший, неплохой. Даже, ну, думаем на следующий год увеличить площадь данного гибрида, так как, ну, видим потенциал, даже в нашей зоне очень хороший потенциал данного гибрида.